Всем привет! Приобрел сегодня новиночки 2019 года. Давайте поближе посмотрим, что это за монеты. Так, первая монета — это 2 евро 2019 года, Германия. Монета посвящена 30-летию падения Берлинской стены. В этом году также Франция выпустила с похожим дизайном монету, только вот здесь вот буковка РФ будет. Ну, когда я приобрету, я обязательно вам потом покажу. По стоимости данная монета мне обошлась 220 рублей. На аукционе Мешок или в интернете можно, конечно же, приобрести ее в пределах 160 рублей. Но с учетом доставки я решил, что то на то оно и выйдет. И решил не заморачиваться, приобрел на нумизматическом магазине данную монету. Также приобрел 2 евро 2019 года, Мальта. Такая вот замечательная, красивая монета. Природа и окружающая среда. По стоимости мне данная монета обошлась 300 рублей. Также я думаю, что в интернете можно найти ее подешевле. Вот такие вот замечательные покупочки у меня были сегодня. Кто уже обратил внимание, здесь машет рукой Папа Римский. Получил сегодня письмо из Ватикана. Давайте сейчас вскроем письмо и посмотрим, какую рекламную продукцию присылает мне Папа Римский в этот раз. Так, все, давайте сейчас скроем и посмотрим. Итак, распаковал я конверт. Здесь конверт для обратной связи. Вот адрес, куда надо направить письмо свое с заказом. И вот такая рекламная продукция. Так, первая монета — это у нас 2 евро 2019 года. Посвящена монета 25-летию завершения реставрации Сикстинской капеллы. Какая-то красивая монета. Надо будет обязательно себе ее приобрести. Давайте посмотрим по стоимости, сколько такая монета. Вот она в обычном исполнении в брошюре и в качестве пруф в коробочке. По стоимости, значит, у нас идет она 18 евро, тираж 69 тысяч штук. В обычном исполнении и в качестве пруф 10 тысяч штук и по стоимости 37 евро. Вот такая замечательная монетка, надо будет обязательно себе заказать. Также предлагают приобрести золотые монетки. Это у нас 50 евро и 20 евро. Вот такие вот монеты, 20 евро и 50 евро. Давайте посмотрим по ценам и тиражам. Значит, тираж 20-евровой монеты 1750 штук, стоимость 330 евро. И 50 евро 1500 штук, по стоимости 824 евро. И, конечно, монетки очень дорогие. Может быть, кому-то надо, интересно, приобретайте. В любом случае, это дешевле, чем потом на вторичном рынке покупать. А также монеты вот 5 евро и 10 евро. Давайте сейчас вам покажу. Смотрите, она, кстати, в обычном исполнении и в цветном исполнении монета. Также и 10 евро в обычном и в цветном исполнении. Красивый, конечно, очень цветной. Но мне почему-то прислали именно для заказа только в обычном исполнении. Смотрите, 5 евро. Тираж 4500 штук и по стоимости 58 евро. В цветном исполнении 75 евро и тираж 1500 штук. 10 евро монета, также тираж 4500 штук в обычном исполнении за 69 евро и за 89 евро 1500 штук. И такие вот красивые монеты, конечно, мне очень нравятся, особенно в цветном исполнении. Очень прям симпатизирует. Но почему-то мне, который прайс прислали, сейчас я покажу. Для формы для заказа прислали для обычной монеты 18 евро, 37 евро пруф, под 58 евро, которая 5 евро это в обычном исполнении и за 69 тоже в обычном исполнении. В цветном исполнении видно уже разобрали монеты. Как-то вот так.
Так что, скорее всего, я закажу вот эти монеты. И все. Все, спасибо всем за внимание. Не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Кому интересно, как заказывать у Папы Римского монеты, напишите в комментариях. Я вам дам ссылку на ролик, где я это рассказываю, как можно это делать, заказы. Потому что в любом случае, вот смотрите, по стоимости вот 18 евро. У нас сейчас 2200, ну 1850 это самая минимальная цена, какая вы можете найти на данную монету. Все-таки 18 евро и 1800 это большая разница. О, и 37 евро в качестве пруф, да, у нас в основном в качестве пруф стоит 400-4300 за монету. Стоимость доставки примерно 8 евро обходится посылочка с Ватикана. Если вы, конечно, заказываете 2-3 монеты, соответственно, у вас уже на каждую монету идет накладные расходы, ну, 2-3 евро, там, не 8. Если все-таки заказать одну монету, то, конечно, 18 плюс 8 это 25 евро получится, вам монета обойдется. Как-то так. А если заказать 2-3 монеты, то уже выгодно. Все, спасибо всем за внимание, не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком. Всем пока!